Всем здорово, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале The Best Game. Рад вас приветствовать здесь. Что ж, Артём, продолжение его истории и продолжение путешествий по метро, ну а конкретно по красной линии. Именно здесь мы сейчас находимся. Так, надо бы здесь всех полутать, всех залутать. Так, тихонечко идем. Вот снова обращусь к гнетущей атмосфере, пацаны. Я, наверное, уже вас задолбал с этим, но, тем не менее, я снова восхищаюсь. Мое восхищение. Мое почтение и восхищение. А что здесь произошло-то? Так, ладно. Так, это там типа вход, значит, ну, в станцию непосредственно. Ну, а здесь уже пошли туннели метро, я понял. Так, тени есть, это хорошо. Так, здесь ничего. А, придется в эту жопу идти. Опять, короче, будут монстрики и прочая хрень. Я буду сраться и орать и сраться. Золото. Так. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, сам пропадешь. Да ё... Так, ну слава богу, что здесь нет каких-то лабиринтов, да, то есть путь прямой. Другого варианта, ну, просто невозможно. Так. Чё это такое? Не дрыгайся, мозги вышибу. Здравствуйте. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Здравствуйте. Господа, как же я рад вас видеть, а? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, мельник узнает, что я жив. Что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Так, опять бухаем. Но ты влез, парень. Ну, я, пожалуй, тоже выпью, ну, пацаны. Я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи. Так что сообщение твое в Орден передадим. О. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет. Но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли. И теперь ищут везде шпионов. Так. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Ну, показывай. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Риги. Как такую не влюбиться? Да, ничего такая. Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли... А как она их вывозила-то? На чем, в смысле? Ну, типа, куда они садились-то? Бери. Это мне? Спасибо. Но я у тебя тут, пожалуй, полутаю для начала, да? Ты же не против, правда? Так. О, ну а чё, дядя неплохо устроился, я вам скажу. Только зачем он клавиатуру, блин, пригвоздил ножом к столу? И топором пригвоздил монитор? Странный дядька, странный, безусловно. Так, буржуйчка тут у него. Слушайте, это самогонный аппарат, ёпта, блин. Ну, серьезно. Он самогон гонит, красавчик. Так. Спокойно здесь, тихо.
Горит лампадка, знаете ли. Ну, керосиночка, вернее. Я бы здесь остался, на самом деле. Я не хочу никуда идти. Сейчас опять на поверхность, в церковь, там монстрики. Блин, очко опять будет сжиматься и разжиматься со скоростью света. Ну зачем? Ну можно я тут останусь, ребят? Пожалуйста. У него тут варится самогончик. Горит костерок. Красота, да и только. Во, комнатушку. Ну, посмотрите. Ребят, вон там у него есть матрас. Дядь, я согласен спать на полу. Расстели мне, пожалуйста. Я даже не буду претендовать на твою кровать. Хотя бы просто на полу под столом. Я готов. О, тут у него еще и ботанический сад, знаете ли. Не халям-балям вам. Ага. Вы посмотрите, выращивает там огурчики, помидорчики, наверное. Так. Регина. Дубовицкая. Так, ну я так понимаю, взять-то у него нечего, как оказалось. Станок, что ли, какой-то? Абсолютно ни хрена нет. Ровным счетом ничего. Ладно, поехали. Ну, за исключением уютной комнатушки. Попробуй завести. Заводим. Так, раб. Это-то я все подкручиваю по инерции. Так. Так что управление сейчас не самое. Так. Зато свет, что надо. Так. Пауков с ней можешь не бояться. Спасибо. А в дальних туннелях их полно. Понял. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Блин, может пешком, а? Чё-то я очкую. Shift, чтобы ехать быстрее. Вот нас видишь. А, может я вернусь? Дядь. А? Дядь. Дядя. Ну вот и все, пацаны. Поехали. Так, ну... Давайте выйдем. Все ж посмотрим, что здесь. Может, лутецкий какой-нибудь будет. Угу. Не зря зашли. Ну, вот здесь я как раз бы оставаться не хотел. Как бы... О! Чё он какой? Игрок. Но здесь лучше не шуметь, конечно. Угу. Так, все здесь максимум. Так, тут сортира. Но вообще, конечно, лучше не останавливаться. Это я что-то так, знаете, осмелел, что ли. А с другой стороны нужен лут. Генераторная. Ну давайте посмотрим, что там в генераторной творится. Так, ну это все мы возьмем, конечно же. Угу. Ох, блин, зря, короче, я сюда ломлюсь. Вот прям зря, пацаны. Ой, зря. Ой, зря. Да отвали ты, мразь, а. Мразина. Так, все, уходим, короче. Все.
До свидания. Извините за беспокойство. Так, давайте уколемся. Все, валим. Не-не-не, в пень дырявый. Я туда не полезу, как бы, ни за какие ковришки. Кроличья нора. Ну, туда мне тоже не хочется, если честно. Так, это у нас, да, это у нас получается дальнобойное орудие. Валите отсюда, сволочи. Говнари. Ну, давайте зайдем, ладно, проверим. Просто чекнем и сразу же назад. Так, опять забегали эти сволочи. Так, все, назад. Вот просто по Шурику зашли. Вали! Ух, какая мразь-то какая, а! Сволота! Так, все, валим. Давай, давай, заводи. Парашу эту. Блин, пропадает вообще всякое желание куда-либо заходить. Так, ну мы прибыли. Открывайте, пацаны. Пацаны! Так. Ох, чую я, не все так просто. Ребята, это я, Артём. Откройте, пожалуйста. И чё, и куда мне идти? Я застрял. Так, я понял. Короче, не удалось мне обойтись малой кровью. Придется все-таки путешествовать по каким-то пердям. Так. Нет, закрыт. Господи. Какой кошмар. Я даже не особо понимаю, куда я иду, если честно. Я абсолютно не ориентируюсь. Дерьмоеды. Валил, козел. Валил. Артёмушка, заводи там, что ты там делаешь? Да открывай что-нибудь, включай уже что-нибудь. А, это типа это, электричество дали, да? И чё? А они света боятся, эти уроды. Да? Так ведь? Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Ни хрена они не боятся, блин. Говнари. Блин, бессмертные, а. Да сдохни ты уже, наконец. Так, не будем на него тратить патроны. Да ё-моё!
Вообще нам туда. Вот сюда даже. Так, и чё? Ну, типа, сюда. А как сюда пройти? Все, блин, в паутине, все в дерьме. Так, окей, эта хрень работает. Здесь, типа, калитка. Компас как бы не может врать. Нам по-любому туда. Только вот как туда попасть, это уже другой вопрос. Начинается топографический кретинизм. Нет, здесь я не пролезу явно. Так. Ага. Так, Лутецкий. Есть? Нету. Так. И чё? Ну, в смысле... И чё? Типа, я туда зашел, пострелялся и вышел. Господи, блин. Всё это время этот грёбаный рубильник был здесь. Но, наверное, я бы его не это... Не смог активировать, пока не врубил бы электричество. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Одевай маску. Мы едем в далекие края. Веселые соседи и добрые друзья. Нет, туда я не пойду. Пошли вы в сраку. Так, это мы уже на поверхности, да, практически. И нам сейчас надо будет добраться до этой, до церкви. Где есть база. Валите, уроды. Так, ну вот и все, дядя. Прибыли. А как уютно было у этого кузнеца. Кайф, да и только. Так, чё, залезть нельзя сюда, да? Никак. Ничего сделать нельзя с этим дерьмом, которое тут стоит. Ладно. Ну, нам прямо вообще, по идее. Если чё. Ну, мы туда не сможем пройти никак. То есть только через какую-нибудь пердяевку идти. Так, подождите. Ни хрена. Так, фильтры. Так, ну все, я понял. Мы в жопе, пацаны. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Что мы в полной заднице. Отвали, дерьмоед! Блин, они... Респятся из стены прямо. Отдыхай, Мазео. Так, как туда зайти-то? Идти, твою мать. Так, это какой-то мелкий был. Так, а в смысле, я не могу сюда пройти, что ли? Или чё? Да чё за глупость-то, блин? Ну, фильтры-то не бесконечные, дяденьки.
То есть мне все-таки не сюда, значит. Отлично, блин. Да нет, туда. Но я не могу туда пройти. Или могу? Нет, не могу. Непонятно. Нужен какой-то другой путь. И нужны фильтры, потому что это дерьмо сейчас опять закончится. Так, сейф. Нет у меня ключа. Ящики, ящики. Я окончательно заблудился, мне кажется. О, зашибись. Мы отсюда пришли или нет? Так. О, господи. Мы, короче... Ну, мы, короче, заблудились. А я еще сказал, что как бы хорошо, что здесь нет каких-то лабиринтов, что я могу просто прямо идти и вообще в ус не дуть. А нет, ребятушки, есть тут лабиринты. Так, ну вот здесь я был, да. Здесь тупик, типа. Ну да, здесь тупик. Остается только вот этот ход. Так, подождите, это ключ от сейфа. Так, давайте вернемся все-таки в сейф, вдруг там будут фильтры и... Еще что-нибудь интересное. Так, а где сейф-то? А где сейф, я уже не помню. Да, вот он. Угу. Да нет, на самом деле, ни хрена тут не оказалось. Короче, получается, ход только один. Вот здесь. Но... Мне совершенно не хватает моей мозги, как здесь пройти. То есть это что, типа, как в платформере, надо прыгнуть хорошенечко? Да нет, блин, не запрыгивает он. Ни хорошенечко, никак. Просто не запрыгивает, пацаны. Ну я не понимаю... Выход только один, вот сюда. Ну, типа. Больше же он не может никуда зайти. Верно ведь? Нет, ну можно еще вот сюда, но до туда он тоже не допрыгивает. Не понимаю. Что-то я пропустил. Я явно что-то пропустил. А что, не могу понять. Блин, ну вот зачем такие... Такие тупые загадки делать, а? Ну реально бред какой-то. Зайти я не могу сюда. Здесь пройти тоже не могу. И чё?
Бля, какая же глупость, а. Понял, понял. Это я тупой. В принципе, все достаточно очевидно. Было. Говнари вонючий. Да откуда вы взялись, блин, уроды? Твари. То есть туда, в принципе, можно было вообще не заходить. Там исключительно сейф и ничего более. Давайте. Да нахрена нам вообще-то это сейф? И тут они в жопу, блин. Погнали отсюда. Нафиг надо вообще? Что здесь делать, блин? Что за бред? Какой-то сейф, да пошел он в жопу, этот сейф. Погнали отсюда. Ну давайте, уроды. Теперь-то я готов. Нифига они скачут. Все, отвалили, гады. Так, еще один. Ох ты ж мать, вот это плохо. Не, нормально, нормально, пацаны, кажись, отбились. Че, живой что ли, или он просто там волочится за этой дрезиной. Твою ж! Опять прозевал, блин. Да отвалите вы, гады, а. Вот уроды. Блин, эта лютая дрезина не может ехать побыстрее, а? Я что-то боюсь, что у меня патронов не хватит на них. А, ну мы еще и в горку ехали, отлично. Короче, здесь вообще нигде нельзя останавливаться. Так, так, что происходит? Что-то куда-то там поворачивает. Ладно, хрен с ним. Так, и что? Давай, 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 поехали. Ну, походу, выходить надо. Так, туда не пройти. Что-то там где-то орёт, что-то трещит. Куда идти, как всегда, непонятно. Угу. Ну да, я вижу там дверь. И чё? Так, ну нам явно не туда. Опять, это опять, короче, головоломка, пацаны. Опять надо что-то сделать. Только совершенно пока не ясно, что. Вот с этим, вот с этой стрелой надо что-то, какие-то манипуляции произвести. Так, ну-ка, может, стоит отъехать назад, типа, ну там. Так. Ага. Ага. А, вот, типа, стрелка перевелась или нет, или не перевелась.
Нет, не перевелась. Так, назад. Задача на логику. Во! Вот теперь хорошо. Наверное, хорошо. Хотя я не уверен. Так, отлично. Отлично, пацаны. Мы справились с этой великой логической задачей. Ох, сейчас будет весело, я чувствую, да? Так. Так, держись, Артемка. Держись, братишка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, ты ж мать. Так, ну все. Походу, ГГ. Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Опять по какому-то тоннелю там двигаться. Так. Так. Ну чё, ты живой, Артёмка? Ну, вроде живой. Так, а драндулет живой? Так. Так. Так, драндулет, давай. О, слушайте, драндулет-то тоже на ходу. Ну все, значит, живем. Повоюем еще. Ребятушки, повоюем еще. Давай, родная, давай. Надо фильтр снять, наверное. Мы же уже вроде как под землей. Здорово, ребят! Сучара. Ты чё, блин? Стой, кто идёт. Это я. Стрелять будем. У нас так. Оружие. Ага. Ей-богу, оружие. Лениным клянусь. Так, а чё, красные, что да ли, опять? КГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка. Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Да вы кто такие-то вообще? С красной линии. А. Я тут за старшего. Понятно. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Угу. Думали, защитят нас. А чё с глазом? Что? Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Угу. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Так, о. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручь, а? Почему нет? Нечего терять. И детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что сделать-то надо? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да нормально, нормально, не ссыть. Чё ты хоронишь-то раньше времени? Да. Стрельба-то какая была? Ох, нифига себе. Стрельба. Да тут целый караван, ребят. А теперь тихо. Блин, ребят, ну вы попали реально. Как бы да, серьезно встряли. Ладно, что делать надо? Помогу, конечно, чем смогу. Убили? Может, так. А может и того хуже. Куда уж хуже? Боеприпасы. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, я хорошие патроны. Покупай. Да, тебе, Бог, да я понял, знаешь, что хорошие. С этой стороны. Видишь, блестят. Так что, пойдем нашим выручать? Ровненький. Да что вы недорого. Там выручаем? Угу. Дождь картечи в пузо. Ну, там ни лежали, один бандит раз не будет. Покупай. Ну где ты такие нашел бы? Покупай. Я вам дам собираться. Покупай, баб, покупай. Патроны отборные. Что же, бросить их? Парень приезжий поможет. Ты покупай. Один, таких патронов. Да и я уже все купил. Бывай. Него. Зачем ты меня потащил? Так, ладно, что, надо по диета. Подцепить их к дрезине к своей или чё? Как быть-то? Чё делать-то? Так, или может вообще... Как... Кузнец не урод, кузнец нормальный парень. Так. Ну, я так понимаю, не это. Нам не надо, как бы, цеплять тут кого-то или чё-то ещё, да? Так. Гбисты, шмыбисты. Ну да, нам прямо. Ладно, поехали, пацаны. Как говорится, с Богом. Погнали.
Сейчас будет лютейший замес какой-то. Кто-то пошел вперед и не вернулся, и теперь мы идем вслед за ними. Так, блин, женщин обижают, но я этого, конечно, не прощу. Здесь орут? Не верещи, не поможем. Тут нет никого. Короче, протел. Давайте первый раз выйдем. Сейчас я тебя раздвину. Слышишь, казачка? Угу. Все, отдохните, ребят, отдохните. Вы устали? Так, все нормально. Не ссы. Теперь будешь передо мной раздвигать ляжки, не волнуйся. Все будет хорошо. Так, ну че, где там орут-то? Угу. Кого? Никуда. Блин, я не помню, как подкачивать эту хрень, пацаны. Да блин, сними ты маску. Как ее качать-то? Я забыл, короче. Ну явно не на F. Во, все, я вспомнил. Ну, вернее, не вспомнил, а действовал, так сказать. Так, все, заряжено. Отдохни. Жиганы нашлись. Фраера вы, блин, они жиганы. Позорные причем. Жиган Лимон, мальчишка симпатичный, Жиган Лимон, с тобой хочу гулять, Жиган Лимон, с ума сводил от лични, тебя, Жиган, хочу поцеловать. Палят скоты. Есть что? Нет, у него ни хрена. Да что-то походу куда-то не денется. Братишка, развяжи меня. А, это, блин, это мирный. Извини, братан, я просто думал, что ты это. Ох ты же, блядь. Теперь развяжи. Да сейчас развяжу, не ори. А-а-а, бандосы, блин. Братишка, развяжи меня. Че, толчок, что ли? Да сейчас развяжу, че орешь-то? Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все, наших угнали все. Детишек, так. Женщин. Вот ублюдки. Кто живой остался? Я сейчас, я отгоню дрезину, сможешь проехать. В смысле проехать? Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Так. Я знаю, они говорили, на технической. Ага. Так что ты не спеша, да? Не спеша. Так, ну окей, хорошо.
Возвращаемся тогда, получается. Забираем нашу дрезину и погнали, че. Жиган лимон. Подождите-ка, а это? Стоп. А тёлочка-то, йоу, эй. Ребят, тёлочка-то там осталась, блин, одна среди двух трупов. Она что, так и будет здесь сидеть, что ли? Эй, ты бы шла отсюда, алё. Вали. Они все уже, они тебя не обидят. Ай, ладно. Надеюсь, она очухается. Ну, а нам надо ехать. Так, там, он, там у них засада, к тому же. Надо быть готовым ко всему. Поехали, пацаны. Так, перезарядочка. Жиган лимон, мальчишка симпатичный. Давай, братишка. Давай, давай, отдышись. Ты там тёлочку забери только. Ох, как же мне очково, а. Чё там нашли? Так, давайте пешком пройдемся. Прогуляемся, знаете ли. Я гляну на, если не покажется. Значит, гнилая тема какая-то. Тогда маякуй. Понял на. Понял на. Так, ладно, заметки читать не будем. Понял на. Так. Минус один. Кто-то там насвистывает еще. Сегодня баланда твоя не понимает особо. Еще бля пару лет и научишься. Это пушка лютая. Так, минус. Блин, стреляю реально прям наугад. Нормально. Так, а тут еще и ключик. Сам ты петух, блин. Жиган лимон, мальчишка симпатичный. Жиган лимон, с тобой хочу гулять. Ничего, пацанчики, ничего. Ну чё, как вам, пацаны? Блин, стопэ.
Я опять просто подразучился гранатки кидать. Но ничего, ничего. Я все вспомнил уже. Какая тут лежаночка уютненькая. У говнарей. Так, все, этот все. Ох ты ж мать! Ну и кто теперь тут петушок? А? 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 Скотина, блин. Ну и кто теперь тут петушок? А? 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 Козлы. Вот так вот, ребят. Никогда не называйте петухами других ребят, если вы, так сказать, не уверены. Том, что петухом не сделают вас. Так. Ну, надо теперь как-то прорваться, да, я так понимаю. Или че? Там тупик явный. Ну да. Чекаем навигацию. Навигация говорит, что нам надо туды. Блин. Откуда я пришел-то? Дерьмо собачье. Теперь что, все это обходить, что ли, опять? Так, ну хотя, в принципе, я, наверное, на дрезине-то на своей могу сломать это все говно. Правда ведь? Угу. Найс. Так, о, фильтр. Так, патрончики. На-на-на-на-на. Так. Ну, давайте, наверное, потихоньку поедем. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Так. Еще раз чекнуть. Давайте попробуем, еще раз чекнем. Может, что-то пропустили просто? Какой-нибудь рычаг или еще какую-нибудь хрень. Ну да, конечно, вот она. Вот она, эта ручечка. Открыто. Замечательно. Угу. Так, все, погнали дальше. Едем, пацаны. Давай, драндулетишка, не подведи. Так, ну мы ни в какие, как бы, эти перди не заходим, ну его нафиг. Просто едем напрямую. Что-то я решил, короче, ворваться. Так. Так. Так, так, так. Здравствуйте, товарищи. Чует мое сердце, что нам вот туда, где черепушка нарисована. Прям чует, ребят. Прям чует. Ох, чует.
Здесь же не может быть все так просто. Мы не можем просто уехать прямо, как бы, и забить на все. Нет. Мы поедем именно вот сюда. К бандюганам проклятым. Ох ты ж, мать твою. Какой кошмар, а. Сейчас я тебя порешу, скотина. Так, стоп. Давай, давай, Артём, ну пошустрее, садись свою колымагу, поехали. А, нет, стопэ. Нам, наверное, вот сюда надо. Ну-ка, давайте-ка попробуем прямо. Ну, для начала. Нет, не пройдем. Ладно. Я сразу просто почему-то не заметил этого входа. Хотя, ну, он очевиден. Так, все. Врываемся и всех решаем. Шухера не будет. Блин, дисциплины никакой. Даже на карауле никто не стоит. Ух ты ж, нормально, нормально, пацаны. Да блин. Все, готов. Бам. Ну, не успели свалить, ну что теперь? Бывает. Так, чё вы тут, я надеюсь, блин, не каннибализмом занимались, уроды? Да вроде на человеческий. Ох ты ж, мать твою. Блин. Так, а у меня-то гренок больше... Нет, есть еще, слава богу. Упс. Ба-ба-бам. Неплохо устроились козлы, блин. О, нифига себе, еще и ванна есть. Ну, шикардос.
козлы. Тоже самогончик варили, гады, а? Так, ну здесь никого и ничего. Ладно. Топаем дальше. Блин, замучили кого-то. Е-е-е! Ох ты ж мать твою! Все, отдохни, дядя. Отвоевался ты свое. Так, что, гражданские избежали, типа, да? Хоть бы спасибо сказали. Так, вон моя колесница. Сейчас я еще не все проверил просто. Или нет, или я все проверил. Да не, я все проверил. Так, заметочки. Так, ну чё, все. Чё-чё? Заброшенная станция. Так, а мне-то как быть? Куда ехать-то, собственно? Блин, а нам туда, пацаны. Ага. Так. Ну, вот здесь тоже какая-то стрелка есть. Непонятно, непонятно. Может, что-то клацнуть надо тут? Какой-нибудь выключатель. Ну ладно, давайте пойдем попробуем сначала на этой, на дрезинке. Завести ее. Так. Ну уже, блин. Так, ну все понятно. Сюда мы не можем проехать, да? Давайте назад. Стрелка тоже не работает, да? Давайте совсем назад тогда поедем. Так. Ну теперь прямо попробуем. Надеюсь, это правильное решение было. Угу. Так. Ну это беженцы, да, походу? С красной линии. Маленько не доехали. Так, тут что-то ничего не работает, как всегда, блин. Ладно, пойдемте разбираться, что случилось. Куда идти? И с кем разбираться? Ну, я реально не понимаю, что надо делать. На-на-на-на-на-на.
Так, ну чё, ну вот оно, логово бандитов, окей. Я уже, блин, и пешком, и на дрезине здесь проехал. Так, ну эта стрелка ни хрена не работает. Я пытался что-то сделать там с ней. Она как бы не функционирует. Так, мы пройти не можем здесь. Тут мы как бы все обошли, все чекнули, здесь ни хрена нет. Да, в общем-то, и навигация нам говорит, что надо идти в обратном направлении. Ну да, здесь глухо, как в танке. Так, может, надо эту калитку там закрыть, я не знаю. Ну, типа, это поможет как-то. Но она не закрывается, да? Так, заброшенная станция. Ну нет, здесь не пройдешь. Никак не пройдешь. Ну я не понимаю, что делать дальше. Сюда залезть нельзя. Так. Сюда тоже нельзя. Здесь трупы кругом. Может, гранаткой рвануть вот этот вход? Да нет, нифига что. Что-то он не подорвался. Не, это плохая идея. Нерабочая идея, пацаны. Так, запрыгнуть нам нельзя. Чё делать-то, ё-моё? Ну, если бы нам надо было вернуться к беженцам... Да ёшкина вошь. Если бы нам надо было вернуться к беженцам, то нам бы, наверное, ну, на карте указали, что, типа, чувак, тебе надо к беженцам обратно. Блин, может, я чего-то не замечаю? Твою мать! Вот бред, а, сивой кобылы. Ну вы видели, да, надо было... Я же туда подходил практически в упор. И никакое дерьмо не вылазило. Вот я снова подошел, и чё? Надо присесть. Отвали, отвали. Отдохни, козел. Так, все тихо вроде. И чё теперь? Так, очередная головоломка, что ли, или чё? Подождите, я чё-то не понял. Так.
Как они мне дороги. Я уже просто Е прожимаю, знаете, ну, типа... И чё? Ну, вагон метро здесь стоит, судя по всему, да? Нам говорят, надо ломиться туда. Вот такое меня реально бесит. Ну, я не понимаю, что от меня хотят. Ну, какого хрена, блин, куда идти? Что делать нужно? Чё за бред-то, ё-моё? Вроде там зажигалка еще же путь должна указывать, да? Сюда я просто не могу пройти. Да, стоит какой-то подвижной состав там. Че его, толкнуть надо или че, блин? Жмакаю Е уже там, я не знаю, блин, долблю просто по этой клавише. Ничего не происходит. Абсолютно. Бред какой-то совершил. Вот ненавижу такие моменты в играх, когда, ну, типа авторы такие, знаете... А, это головоломка, короче. Это тут надо вот... Уроды. Ну, типа, это ни хрена не умно, ребят. Чё надо сделать? Я не знаю, что там, блин... Но это не умно. И вот этот челобос, который, типа, ну, лежал, и надо было присесть и потом жмякнуть Е, это тоже неумно. Это хрень полная. Здесь можно как бы на неделю остаться в этой игре и не понять, что от тебя хотят. Я и сейчас как бы не понимаю. То есть, ну, ситуация, в общем-то, не изменилась. Ну да, вылез этот чудо-юдо-рыба-кит, и все, и как бы все по-прежнему. Ну, пойдемте опять сбегаем на ту сторону. Хотя я думаю, что, ну, этого не нужно делать, но... Для очистки совести, что ли? Так. Ну да, здесь ничего не поменялось. Компас нам указывает, что надо идти туда. Вообще не отдупляю, что от меня хочет игра. Вот не на йоту, пацаны. Может, не знаю, здесь что-то пропустил, блин. Может, наверх надо как-то залезть. Я хызы. Я уже просто хызы. Ну, давайте гранатку попробуем кинуть. Ничего не произошло.
Может, что-то не сработало, я не знаю, блин. Может, это как-то по-другому должно выглядеть. Может, этот монстр должен был сдвинуть этот вагон или чё? Я не понимаю, что происходит. Ну, серьезно, глупость, просто глупость какая-то несусветная, несусветная глупость. Пошел вон, козел. Ну, нет. Все так же. Я думал, может, ну, игра там типа баганула или чё. Писец какой-то. Просто писец. Ну, вот, у меня слов нет, одни слюни, блин. Слава богу, хоть бутылки бьются. А грибы бьются? И грибы бьются, отлично. Игра просто супер, восхитительная. Так, короче, пацаны. Ну, я просто плюнул на это гиблое дело и прочел. Как пройти эту миссию? Ну, это бред, это реально бред. Это не есть хорошая идея делать, ну, вот такие вот мувы. То есть, вот, например, у меня кроме негатива это ничего не вызывает. Только негач. Ребят, это непонятно. То есть, ну, понимаете, головоломка — это когда вам, скажем так, по крошкам, ну, сыпят хлебные крошки и указывают, и указывают путь, что, то есть, нужно делать дальше. Здесь непонятно абсолютно ничего. То есть, ну, я никакой логики не вижу в этом. То есть, можно поехать налево, можно поехать направо. А слева как бы там монстр, надо его грохнуть, как бы посмотреть дрезину с трупами. Справа надо спасти какую-то бабу. Оказывается, чтобы, короче, проехать прямо, нужно, я так понимаю, просто с разгона пробить эти колья. Ну, вот для меня, лично для меня, это решение неочевидное. Прям до боли неочевидное. К тому же, если учесть, что когда мы ходили в тоннель слева, мы там, ну, нас сохраняло. А обычно нас сохраняет тогда, когда, ну, будет какой-то следующий шаг, будет какое-то продолжение. То есть вот возле той дрезины в тупике с километром народу нас сохраняло. Ну, короче, короче, глупость. Ну, вот с этим реально глупость. Я расстроен, честно говоря. Мне хочется рыдать. Зря разрабы замутили такой мув. Так, ладно, давайте, куда там идти надо? Да, блин, сними ты маску. Еще это управление, я вечно с ним туплю. Так, ну, в общем... Изыскания продолжаются, да, насколько я понимаю. Чё там внизу-то хоть? Так. Так. Дядю утащили. Так, вот снова нас сохранили. Так, 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 так.
Что-то слишком много шума, очень много крика. К чему бы это? Так, ну здесь снова везде тупики. Куда идти? На свет божий? Что ли? Нет, наверное, вниз нам все-таки. Так, так, так. Так, 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 это что за хрень? Венеция. Так. И че? Так, ну ждем. Но мне эти звуки просто не нравятся, блин, которые разносятся отовсюду. Ох ты ж мать. Так, ну я держусь. Но ты, дядь, тоже там это... Поторопись, что ли? Да ё-моё! Отвалите, уроды! Говнари! Блин, толпой собаки серые! Да блин! Отлично. Козлы. Да вы что, откуда они... Я просто не понимаю, откуда они берутся. Чё за бред-то? Твари, они еще и уворачиваются. Почему-то, блин, почему-то сегодня метро меня бесит. Так, надо, короче, подойти там какой-то херне. А, вот она, да. Сегодня метро меня бесит, пацаны. Сорян, но... Сегодня что-то не то с игрой. Да ты пока доедешь, меня тут уже, блин, 20 раз нафиг на кукан насадят. Сдохни, урод. Да не торопись, чё уж там. Подожди, пока меня загасят тут. Хитрожопые ублюдки. Отдохни, дядя. Они еще и хитрожопят при этом, при том, что один, короче, находится справа, вдруг неожиданно, ну, и он приходит издалека, то есть мы полностью наблюдаем его путь движения. И тут вдруг неожиданно слева, вдруг откуда ни возьмись, как говорится, появился в рот ебись, блин. И тут вот, да, слева появляется чувак и нападает просто на вас. Ты чего, один там? С ума сошел? Держись, я мигом!
За кого держаться только вот мне? Ну все, ГГ. Капец. Давай, давай, дядь, мочи этих уродов, блин. Кабистан им за... Ладно, позже расскажешь. А пока выходим на фарватеры и полный вперед на базу. Давай, давай, поехали. Давно пора, блин, в безопасное место отчалить. Так, прём на Венецию, значится, да? Дёрнул чёрт за ногу. Я ж рыбак. Думал, тут клюёт. Ну и чё? Клюёт? И чё? Ты ж ёперный балет. Ой, ёперный балет. Парень, ты это... Будь осторожен. Ага. Да я уж понял. Увидишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручи. Ай. Живой. Ах ты. Живой, живой. Я не догадался тебе про бревна наверху сказать. Местные это все знают. Так, о, у него тут на лодочке. Тебя не шуми, шибко. Ага. Они этого не любят. Ладно, это ладно, усатый. Ишь, разлеглись, падлы. Кто? Етить, колотить. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в шутку кричим. Ага. На вид они, конечно, жут, но мясо просто ум отъест. Особенно под пиво. Угу. Креветки, значится, да? Ни хрена ж себе креветки. А! Да иди твою-то мать! Кстати, откуда он знает, что меня Артём зовут? Да уж давно пора, мать твою. А. И угораздило меня ввязаться в это дерьмо. Блин, они еще какими-то соплями стреляют, плюются. Дядь, а обязательно вот здесь вот все плывать на своей лодочке, а? Не пора ли нам валить? Е-е-е-е, жму, жму! О, господи. Какую гадину сбивать, я даже не знаю, пацаны. Да кто залез-то куда? Вот говно, а.
Что сделать? Ящик. Ни хрена у него гранаток. Ага, так, так, так. Ага. Ох ты ж мать, вот сейчас. Блин, я думал, а нет, пиздануло нормально. Нормально, нормально. Так, дядь, ты там этот штурвал-то держал, алё. Да я держусь вроде. Ну и че? Ушли? Не часто такое случается. Вот же угораздило. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской приток. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить его ордена. О, вроде прорвались. О, это да. Ну, парень, ну как тебе местная рыбка? Да обосраться. Правда, симпатяшки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты чё? На кой тебе девки? Натуре. Шотку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Ты решетку закрывай. Здорово, дед. Как улов? А нет улова. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю... Дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Давай, усатый. Что-то у вас приключилось? Да все переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть плотья не разорвали. Какая муха их. А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. Ага. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Он уже здесь. Грабят, убивают, но в тоннеле. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Так, так, так. Красавчик, это что, про меня там говорят? Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им ещё? Кстати, кто это с вами? Это Артём, гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет. Жизни такой. Здорово. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут неместным прострелить не поможешь? Семён, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боцман, ну ей-богу. Ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет. Мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, так. Пошел. Давай. Давай, бывай, дедуля. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Да кто достал-то? Ты вроде в движках что-то смыслишь. А что там у тебя? Да шутки вас. Так, ладно. Ребят, в общем, прибыли на Венецию. Я думаю, здесь мы сегодняшнюю серию и закончим. Мы так неплохо поиграли. Ну, сегодня я расстроен, как я уже сказал. Сегодня метро прямо разочаровало очень сильно, потому что, ну, блин, реально, вот эти вот неочевидные вещи, они прям, ну,
Они прям меня выбешивают. Если бы это было там, ну, не знаю, это как-то читалось между строк, то да, разговора нет. Но это было, еще раз повторюсь, не очевидно. И поэтому наше приключение в тоннеле, ну, прям меня очень сильно огорчило. Ладно, в любом случае будем продолжать, естественно. Вам спасибо огромное, что были со мной. Не забывайте подписаться на канал. Лайк, дизлайк с вас. Ну и, конечно же, ваши комментарии. Ну, а сейчас всем удачи. Пока. До скорого.